Всем здравствуйте! Ольга Зарубина в очередной раз попыталась надавить на совесть своего бывшего мужа Александра Малинина и напомнила ему об отцовском долге, который тот отказывается исполнять. Речь идет о взрослой дочери певицы, рожденной от артиста. Не секрет, что Кира появилась на свет уже после расставания родителей, и почти сразу Зарубина вновь вышла замуж и уехала в США. Так что Малинин не видел ребенка. В Штатах жизнь артистки не сложилась, и она вернулась обратно в Россию, а заодно сделала громкое признание о том, что Кира является дочерью ее бывшего мужа. Впервые родственники встретились на шоу, где Малинин был вынужден признать девушку, однако общаться с ней он отказался и до сих пор не желает ничего о ней знать. Кира же, по словам Зарубиной, очень переживает из-за предательства отца. Одно время она даже впала в депрессию, но сейчас оправилась, похудела и устроила свою личную жизнь. Звездная наследница так и живет в США, однако зла на Малинина не держит. Я была бы рада их общению, все же он ее отец. Более того, я никогда не была против их контакта. Малинину я хочу сказать лично. Саша, как бы ты к Кире ни относился, будешь ты с ней видеться или нет, знай, что в руке нашей дочери всегда для тебя есть стакан воды, который она тебе подаст. Если ты будешь в этом нуждаться, так будет, Саша, несмотря ни на что, помни об этом. Обратилась Зарубина к экс-супругу. Певица надеется и на то, что Киру примут ее сводные брат и сестра, Фрол и Устинья, дети Малинина от нынешнего брака. Однако пока никто из звездного семейства не желает смягчаться по отношению к девушке. С родственниками надо дружить. Когда был жив отец Александр Николай Степанович, мы постоянно с ним созванивались. У него чудесная жена Татьяна и сын Антон, талантливый парень, очень чуткий, посетовала Ольга Владимировна в беседе. К слову, ранее Зарубина утверждала, что сам Малинин не против общения с дочерью, но вынужден подчиняться воле нынешней жены, которая настроена к Кире враждебно. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока.